здравствуйте, уважаемые посетители канала. Я вас знакомлю с самим собой. В основном люди знают, что я такой эсакий босяк, там слесарь и так далее. Хотя слесарь, электрослесарь кипи автоматики мне очень пригодилась по жизни. Ну, а вторая моя специальность, будем говорить, преподаватель физической культуры и спорта, окончил центральный орден Ленинский институт физической культуры и спорта. Документы как-нибудь приложу, если будет. Ну и для чего я вас беспокою, вот можете посмотреть, как я работаю. Особенно, допустим, Серджо наш, любимый Серджо. Как я работаю? Его как-то в свое время поразило, говорит, я быстро печатаю. Серджо, ну вот смотри, я сейчас запускаю флешмоб с очень интересной информацией, которая будет прекрасно работать не хуже, чем деготь под пупочек. Мы поговорим о лавре благородном. А заодно я вам продемонстрирую, ну, как я печатаю, там, вот, насколько вся, все это у меня получается. Итак, смотрите. У листьев лавра слабо ароматный пряный запах. У листьев лавра слабо ароматный пряный запах. Да, что тут у нас? Ага. И слегка горьковатый вкус. Ну, где тут мышка? Ага. И слегка горьковатый вкус. А горьковатый вкус, он всегда работает против микробов. Благодаря содержанию в них, в них, значит, от 1,7 до, что там, 3,4%. Где у нас проценты? Забыл уже проценты, где у нас проценты? Проценты. Процентов эфирного масла. А эфирное масло, ни грибки, ни вирусы, ни бактерии не любят. Так, заготавливать листья это нам не надо. Так, в наше время в основном используют для приготовления первых блюд. Так, закладывают, значит, лавровый лист. Так, норму увеличивают, так. Теперь важно. Лавровый лист улучшает аппетит. То есть теперь я сразу вам комментирую. Если у кого слабое пищеварение, то все побаливает, там желудочно-кишечный тракт, лаврушечку. Я до этого слышал, что можно один лавровый лист просто-напросто взять в рот и так пожевать и проглотить, измельчить. Но тут несколько иная рекомендация. Дальше я печатаю, вы смотрите, как я печатаю, обрабатываю и так далее. То есть, насколько я набрался, как бы сказать, смежных дисциплин, профессий. Так, в медицине используют плоды лавра. Заодно, когда вы печатаете, читаете и так далее, у вас лучше усваивается информация, у вас лучше становится память. Так, в медицине используют плоды лавра. Так, есть, да. Листья находят лечебное применение. Благодаря наличию в них эфирных масел. Масло. Значит, масло эфирного масла. То есть даже, знаете, уже настолько цепкая, будем говорить, зрительная память, она так раз уже увидела,
и вперед, вперед, вперед. То есть прекрасно развивается память. Так, богатого терпеновыми, богатого терпеновыми, далее, органическими кислотами, так, и вот важно, почему я этот флешмоб и запускаю, при чешуйчатом лишее пьют водный отвар, при чешуйчатом лишае пьют водный отвар. Можно сказать, водный настой, не обязательно. Из листьев лавра благородного. Так, есть. Так, ага. Тут в состав плодов, плод у них костянка. Ага, ну, кроме что узнать, что там в состав плодов входит, такие всякие-то это, масло горько-зеленое, так. Давайте опишем измельченные плоды и жирное масло лавра. Измельченные плоды и жирное масло лавра входит в состав мази. Входит в состав мази используемых против чесоточного клеща при ревматических болях. Ревматические боли — это как раз боли, возникающие от охлаждение, переохлаждение, вот туда надо тепло подать. Ревматические боли, как правило, это застуженная часть тела. Ревматических болей при судорогах и так далее. Опухолях и других кожных заболеваний и как средство, укрепляющее нервы. Кстати, чем меньше смотришь на клавиатуру, тем руки по памяти быстрее печатают. Лавровый лист применяют при сахарном диабете. Так как он оказывает нормализующее действие на углеводный обмен. Вот смотрите, тут, знаете, вот так вот, когда говорится нормализующее действие, он обладает, будем говорить, горьковатым вкусом, вот если взять трактовку древних целителей средневековых, там как раз рассказывается, что вкус лаврового листа, ну и вы так пробуйте, он слегка вяжущий, горьковатый. Это как раз горьковатый вкус помогает лучше расщеплять вещества, в частности, вот там глюкозу и так далее. И, как бы сказать, двигать ее из крови, там, в ткани и прочее. А слегка вяжущий вкус, он оказывает такое действие, что он не позволяет, то есть вяжущее это вот раз, связало, не позволяет, допустим, тому же сахару сбрасываться через почки. Это очень интересная вещь. Но тут об этом не говорится, это только Светоч знает и вам рассказывает, делится, так сказать, своими наработками. Поэтому он и влияет так нормализующе на углеводный обмен. То есть вы можете, грубо говоря, перед едой съесть, ну, допустим, половинку или маленький сухой лавровый лист,
Вот, перед каждой едой, если вы там страдаете этим там делом, сахарным диабетом или еще там, важно понимать, какая степень у вас сахарного диабета. То вы думаете, что тут, если у нас там 20 единиц с лишним, то лавровым листом. Нет, это вот там, где только все это начинается. Важно схватить болезнь на начальной стадии, а не на той, которая уже запущена. Это тоже важно понимать. И вот перед каждой едой так раз, а пол чайных листочка раз-раз разжевали, это будет горькое, будет вяжущим, там немножечко чем-то запили, там проглотили. И потом, грубо говоря, что там у вас там первое блюдо, второе и так далее. Так, дальше напечатал. В народной медицине широко применяют при тех же болезнях. Народной медицине широко применяют при тех же болезнях. Болезнях. Эфир, жирно-эфирные масла. Жирно-эфирные масла из плодов лавра. Из плодов лавра благородного и масло приготовленное настаиванием листьев на льняном масле. И вот смотрите, рецептуру я вам даю, то есть флешмоб заключается в следующем. Либо вы перед каждой едой съедаете половинку сухого лаврового листа, прожевали, проглотили все. Либо, если хотите заморочки, вот сейчас я печатаю 10 листьев. Лаврового листа, заливаем в термосе 0,5 литрами кипятка. Желательно, чтобы этот термос был со стеклянной колбой. Настаиваем. 1-2 часа. Так, принимаем по полстакана. Стакана. Три раза в день. Перед едой. Чешуйчатом лишае. Почему при, так сказать, вот где-то рекомендуется всем там, при чешуйчатом лишае, не чешуйчатый лишае, еще там, вот знаете, еще как бы сказать, вот у кого-то там перхоть бывает, еще что-то. Огромное количество всевозможных вот этих лишаев у нас имеется. Это только так говорится, что один причешуйчат там лишаи, а этих чешуйчатых лишаев может иметься огромное разнообразие. И когда мы с вами что-то, знаете, вот протравили тех же там паразитов, микропаразитов, бактерий, грибки и так далее, используем что-то одно, где-то возникает привыкание вот этих всех паразитов, и они просто-напросто, ну, не так начинают реагировать на это. А вот когда мы с вами меняем все эти средства, то с другого боку подходим, а вот тут-то они и не готовы. И видите, как раз народная мысль, дошедшая аж через тысячелетия, сюда пришедшая, и я вам говорю, вот она как раз и показала, что вот эти все лишаи, грибки,
и прочая плесень не любят это. И важно понимать следующее. Вот если мы с вами тут рекомендуется пить, то есть мы тут протравливаем весь организм, das ist весь организм, verstehen? Вот, жидкостные среды наполняем, где он там живет, вот это, живет, этот лишает, то есть он лишает вроде бы вот здесь, а он уже во всем организме. Поэтому мы начинаем вытеснение его из всего организма, не на кожу действуем, где он, а на весь организм, чтобы он выходил. Это раз. И второе, чтобы, знаете, вот хорошенько избавиться от этой вот стекловидной слизи, как бурой слизи, того, что имеется в желудочно-кишечном тракте, особенно имеется в тонком кишечнике, туда ближе к концу, знаете, ближе к началу толстого кишечника, там уж особо ничем не достанешь. И вот эта вся бяка как, она там процветает, она там заросли распускает, живет, ого. И оттуда, мы с вами едим лавровый лист, мелко пережевываем. За счет этого увеличиваем теплотворные способности организма, которые косвенно влияют на что? Конечно, на иммунитет и на пищеварение. И более того, и вся эта, знаете, пыль лавровая, мелко измельченная, она проходит по желудочно-кишечному тракту, откладывается и там, и сям, и сям, и там, и там, 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 и по-всякому насыщает. И где, грубо говоря, имеется эта слизь, в эту слизь вот эта вся эта пыль входит. Она входит и, естественно, начинает ее переживать, начинает вот эти эфирные масла действовать, проявлять свою фитонцидную, так можно сказать, активность. Вот. Слушаю. Здравствуйте, Геннадий Петрович. Здравствуйте. Все в порядке у нас сегодня? Ничего не поменялось? Нет, не поменялось. В 16 часов... Я с удовольствием вчера ознакомился. Вот. Даже неожиданно было для меня. Очень интересно. Я думаю, что мы потом, ну, встретимся, поговорим. Я думаю, что мы потом свяжемся с вами, ну, чтобы вы на радио потом тоже что-то могли мы и послушать. И ваши любимые песни, и ваши вот эти вот наброски. Вы интересно так об этом говорите. Ну, в общем, я считаю, что это как бы имеет право быть, скажем так. Ну, я все свои вот эти вот стихотворения вам дам, вот эти композиции, а там поступайте с ними, как желаете. Не, ну я хотел бы, чтобы вы, как бы мы с вами об этом поговорим в прямом эфире потом, да? А вы будем периодически этим, ну, как перебивки такие делать, то есть, ну, слушать. И смотрите, вот это ж всесоюзное, да, общество слепых, я правильно понимаю? Всероссийское. Вот послушайте, Виктор, послушайте. И вот смотрите, люди, естественно, читать не могут. Да, ну там специальные книги я видел, там пальцами. Сейчас уже далеко ушло. Далеко ушло, да? Хорошо. Что я вам предлагаю? Я вам предлагаю безвозмездно передам надиктованные свои аудиокниги, целительные силы, там еще кое-что, чтобы люди слушали. Конечно, конечно. О! Да? Вещь? Да, конечно. Ну все конечно. Тогда, до встречи. Все, до встречи. В общем, мы приедем чуть там, может быть, раньше, там мы где будем общаться. Я просто, ну, записываю, у меня вот этот телефон, iPhone последней модели, да? Мы запишем просто на телефон, но я должен понимать, будет там шум или нет, где мы будем общаться. Ну там парк Патриот, там есть кафе, попробуем в кафе, если нас не выгонят. А если нас выгонят, ну куда-нибудь удалимся. Ну там будет, чтобы дождя не было, и кафе, то есть как бы минус какой, чтобы там ну сильно не было шума. Я-то возьму там эту гарнитуру такую, но чтобы шума не было, потому что если на YouTube потом загружаешь, они начинают это... писать правда, права, там, какие-то песни. Хорошо, там посмотрим, где там, может, выйдем там на улицу под навесом там. Там парк Патриот, вы едете, смотрите, по М4. Ну, мы разберемся, да. Разберемся, вот смотрите, там едете, вот он, Каменск,
Перед Каменском как раз такой этот мост, ну как бы, ну, и стоит, значит, написано на камень Шахтинский, стоит казак. Вы этот под мостом проезжаете, и буквально метров через 20 уже этот парк Патриот стоят, богатыри, вы сворачиваете направо, там стоянка, останавливаетесь, и мы там встречаемся. А дальше там идут все эти там военные штуки, кафе и так далее. Хорошо, все, спасибо, до встречи. До встречи. Итак, продолжим дальше, на чем ты остановился. То есть важно понимать, что если мы жидкости употребляем, это мы из жидкости пытаемся выдавить весь этот чешуйчатый этот лишай. А если же мы, нам надо протравить то, что имеется в желудочно-кишечном тракте, то мы тогда употребляем вот этот вот листик, жуем. Очень хорошая вещь, лучше все переваривается, усваивается, имейте в виду, воздействие на паразитов, причем на вот этих вот слизистых паразитов. Так что я запускаю новый флешмоб, пожуй лавровый листок называется. Ну на этом и закончим. Вы посмотрели, как я там печатаю, то есть это уже многолетняя практика работы на компьютере, работы с Word'ом, я... Сейчас понимаю, русский язык гораздо лучше, чем я учился, когда в школе ставлю там разные знаки препинания и так далее и тому подобное. Ну, так сказать, одну из своих граней открываю. Чем мне помогло телевидение, на котором я проработал, это то, что если ты на телевидении о чем-то рассказываешь, то это должно... Не просто быть рассказ, это должен быть показ. Если ты рассказываешь и слушают, это радио. А если ты что-то показываешь, вот это как раз телевидение, вот это как раз YouTube. Так вот он, лавровый лист. Вы берете до еды, там, после еды, берете его сухой. И начинаете жевать. Чувствуете вкус специфический. Разжевываете мелко. Вот сейчас начались сначала смачиваться, то есть дробится, потом смачивается и начинают выходить эфирные масла. Вкус становится горьковато-пряным. Это то, что надо. Все это разжевывается, пережевывается, но язык я вам не буду показывать с пережеванным. Чем меньше жуете, тем лучше, чтобы все это тут заполняло. Глотаете. Специфическая такая горько-пряный вкус. Заодно пока я настраиваю компьютер. Так, что тут у нас? Надо посмотреть. Все закончилось? А, я уже отключил. Ладно. Будем надеяться, что я это все сохранил. Далее, это вот так, это вот так, мышку другую берем, включаем большой компьютер, сейчас сбрасываю видео, и пошло-поехало. Итак, мелко-мелко разжевываем, чтобы все это превращалось в пыль. Заодно и обеззараживается ротовая полость. Даже лучше, знаете, вот я думаю, после еды все это дело пожевать. Это все поступает. Вот вы там пообедали. Это все поступает, вот эти все эти летучие вещества, которые имеются там, фитонциды и так далее. Они начинают рыхлить пищу. Горечи начинают двигать. И еще жгучий вкус имеется. И жгучий вкус начинает все это там переваривает. Так что на следующий месяц вот такой идет флешмоб. Пожуй лавровый листок. Ну что, что там у нас? Надо же еще источник бесперебойного питания включить. А только после этого включаем. Как говорится, не все так просто. Милый друг, хорошо, что мы вместе.
А ты плыви, моя лодка, плыви. А сердцу хочется ласковой песни. Кстати, на связки влияет. Связки становятся, знаете, такими очищенными и вибрируют, вибрируют. Да, и с вибрато. Да. Это вам. Пароль, без пароля никуда. Ну, и теперь начнем.